Проект «Детские сады детям» в нашей республике уже завершился, но строить новые дошкольные учреждения не перестали. Растут микрорайоны, а вместе с ними и потребность в социальных объектах. Сейчас в Чебоксарах возводят 3 детских сада – в Новом Городе, Радужном и Альгешевом. В последнем побывали наши коллеги. Работы на стройплощадке в Альгешево начались еще летом прошлого года. Был вырыт котлован, поставлен забор, а потом стройку заморозили. Жители микрорайона ждали и надеялись. Городские власти искали решение. Детский сад здесь просто необходим. И, наконец, уже в сентябре этого года стройка снова оживилась. Правда, во главе с новым подрядчиком. После заключения договора 29 августа с 1 сентября начали подготовительные работы и параллельно фундаменты забили, сваи, ростверки. На сегодняшний день у нас завершены все фундаментные работы, цокольный этаж завершен и начали монтаж первого этажа. До Нового года мы за декабрь месяц должны 2 этажа завершить монтаж стеновых панелей с перекрытием. Будущий детский сад возводят с применением технологии панельного домостроения. Сроки строительства уменьшаются, качество при этом остается на высоком уровне. Точно такой же садик уже посещают ребята микрорайона Садовый. Здание детского сада двухэтажное, рассчитано на 240 мест. Всего здесь присмотрено 12 групп. Есть блок, медицинский блок, пищевой блок есть, а также актовый зал, спортивный зал тоже. Также по проекту есть бассейн, детский бассейн, 3 метра на 7 метров. На строительство выделено более 140 миллионов рублей. Новый подрядчик обещает, все работы будут закончены точно в срок. А это значит, что уже в июне будущего года юные жители Альгешева смогут стать воспитанниками этого детсада.